Как видно, количество новых случаев коронавируса растет на глазах. Так, по данным Минздрава, на прошлой неделе положительный тест был у 8600 с лишним человек. Заболели 55 беременных женщин. Да и ковид-позитивных детей оказалось втрое больше, чем неделей ранее. Заразились 724 ребенка. Как сообщили в Минпросвете, только с 10 по 14 января почти 60 классов ушли на каникулы, на карантин, не успев выйти с каникул. По данным Министерства образования, в период с 10 по 14 января в школах Молдовы коронавирус был выявлен у 289 учеников, 133 учителей и 39 человек вспомогательного персонала. На карантине 57 классов. На той же неделе заболели 16 дошколят, 51 воспитатель и 30 человек вспомогательного персонала. Дети из 28 групп остаются дома. Два детсада закрыты на карантин полностью. Четыре профтехучилища закрыты на карантин, в других колледжах на самоизоляцию отправлены 4 группы. Всего же за прошлую неделю диагноз подтвердился у 24 учеников, 7 преподавателей и 4 сотрудников непедагогического профиля. В вузах нашей страны картина тоже нерадостная. Заразились чуть менее 100 студентов и 12 преподавателей. На карантине 5 групп. Власти также сообщают, что уровень вакцинации учителей начального, лицейского и гимназического образования достиг 84%.